Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовного и нравственного начала. Они выполняют особую гражданскую миссию – воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций, новаторство лежат в основе каждой школы. С особым уважением к преподавателям относятся в гимназии номер 3. На сегодняшний день в стенах школы трудятся более 90 преподавателей, в их числе почетные работники Российской Федерации, а также заслуженные учителя Республики Дагестан. Со словами поздравления в адрес виновников торжества обратился директор гимназии номер 3 Ризван Галоев. Поздравляю вас всех с нашим прекрасным праздником. Желаю вам, чтобы вы всегда были такими счастливыми, как сегодня. И как сегодняшний день успешно у нас закончился учебный год тоже. Здоровья вам, благополучия, терпения в нашем нелегком труду. Этот праздник появился в середине 60-х годов по указу Президиума Верховного Совета СССР и отмечался в первое воскресенье октября. То есть каждый год День Учителя выпадал на разные числа. Но с 2003 года праздник принято отмечать 5 октября. Это идеальный предлог, чтобы поблагодарить своих школьных наставников за работу, внимание и нелегкий труд. Многие учителя говорят о своей профессии как о призвании. Преподаватель начальных классов гимназии номер 3 Альфира Амитова отметила, что быть учителем – это большая ответственность, поскольку, обучая учеников, преподаватель закладывает фундамент всех будущих знаний человека, формирует его мировоззрение, начинает социальную адаптацию ребенка. Когда я в первый класс пошла, у меня в памяти осталось это. У меня первый учитель меня спросил: вот, Альфира, ты вырастешь, и кем ты станешь? Я говорила: я стану учительницей. И для меня это, наверное, моя профессия, мое хобби и моя жизнь. В какой бы мы стране ни проживали, к преподавателям стоит относиться с большим уважением, ведь они вносят едва ли не самый большой вклад в развитие современного общества, в жизнь каждого из нас. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».